Массовые протесты не стихают и в Венесуэле. Напомню, кстати, что в ситуации с Украиной официальный Каракас открыто поддержал позицию Москвы. Действия венесуэльского руководства, по всей видимости, одобряет и известный актер и правозащитник из США Шон Пен, прибывший в Каракас накануне. Американец прилетел в Венесуэлу вместе с премьер-министром Гаити Лораном Ламонтом. Принимавший их Николас Мадуро встретил их в мавзолее скончавшегося год назад Уго Чавеса. Остальные детали встречи не разглашались. Между тем, беспорядки в столице Венесуэлы вышли на новый уровень. Несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей забрасывали полицейских камнями в ходе попытки возвести на улице баррикады. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрации протеста идут уже почти месяц. Их участники жалуются на высокий уровень преступности в стране и нехватку продуктов. По официальным данным, жертвами противостояния стал 21 человек.